Здравствуйте, мои дорогие! Вы на канале Узоры Попетильна, и с вами я, Ирина Ягодинская. Хочу показать вам вот такой узор. Очень интересный узор. Вяжется очень просто, но выглядит очень оригинально. Вот так он выглядит на бирюзовых ниточках. А вот так покажу сейчас другой образец, связанный. Вот так вот он выглядит на других ниточках. Очень оригинальный узор. Мне он очень понравился. Я его связала. И хочу сейчас показать вам, как вязать этот узор. Я нарисовала схемку. Сейчас быстренько вам расскажу и объясню. Вот она, моя схемка. Итак, раппорт узора 11 петель. Для того, чтобы набрать нужное количество петель, число петель должно делиться на 11 плюс 2 петли для симметрии. Мы уже знаем, что это такое. У нас узор начинается из двух изнаночных. Двумя изнаночными он должен и заканчиваться ряд, чтобы узор смотрелся гармонично. Это кромочная петля. Горизонтальная черточка, изнаночная. Вертикальная черточка, лицевая. Вот эти вот петельки, это и есть петельки. Мы будем их перебрасывать через петли. Вот эти нолики, это накиды. В узоре 9 рядов лицевых. На этой схеме указаны только лицевые ряды. Изнаночных рядов здесь не нарисовано. Мы изнаночные ряды провязываем по узору. То есть, какую петлю видим, такую и вяжем. А лицевых здесь 9 рядов. 10-й лицевой ряд начинаем вязать с первого. То есть раппорт узора в высоту 18 рядов, потому что 9 лицевых, 9 изнаночных. Ну что ж, что такое раппорт в ряду? Напомню тем, кто недавно появился на канале. Раппорт в ряду — это постоянно повторяющаяся часть узора. Вот она раз повторилась, вот она два повторилась, и так дальше, столько, сколько нам будет нужно. Сфотографируйте эту схемочку, бросьте себе в копилочку, вяжите, пользуйтесь на здоровье, украшайте свою жизнь. А сейчас свяжем этот узор. Я набрала, смотрите, 11, вот такой вот образец свяжу. 11 петель и 11 петель, это 22 петли, плюс 2 петли 24, и плюс 2 кромочные. Итого я набрала 26 петель, чтобы связать образец с двумя раппортами. 26 петель и провязала первый ряд, распределила петли. Здесь нет ничего сложного, кромочная, 2 изнаночные. И 9 лицевых, 2 изнаночные, 9 лицевых, 2 изнаночные. И вернулась по изнаночной стороне на лицевую сторону. Сейчас я буду вязать уже третий ряд. Вместе с вами приступим, мои дорогие. Итак, вот оно мое вязание. Я уже набрала 26 петель, 2 изнаночные, 9 лицевых, 2 изнаночные, 9 лицевых и 2 изнаночные и по одной кромочной петле. Длинные спицы, может быть, будет перед камерой неудобно, но постараюсь. Кромочную снимаем не провязанной. 2 петли изнаночные. Раз, два. Есть. 4 петли из 9. Четвертую петлю поддеваем, эти немножечко присоберем и перебрасываем через 3 петли. 1, 2, 3. Провязываем оставшиеся 3 петли лицевыми петлями. 1, 2,
3. Провязали. Делаем накид. 1 лицевая. Накид. И эти 4 петли нужно перекинуть. Вот эту петлю через эти 3. Для этого мы все 4 петли переденем на правую спицу. И вот эту первую перебросим через 3. Перебросили. Возвращаем на левую спицу. Здесь у нас накид. Провязываем. 1, 2, 3. Провязали. 2 изнаночные. 1, 2. Вот что мы имеем. Опять 4 петли из 9 выделяем. Четвертую петлю перебрасываем через 3. В эту сторону она перебрасывается без проблем. Перебросили и провязываем. 1, 2, 3. Накид. 1 петля лицевая. Накид. Придерживаем его пальчиком. 4 петли переснимаем на эту спицу. Четвертую перебрасываем через 3. Возвращаем 3 петли на левую спицу и провязываем, не забудьте накид, провязываем их лицевыми. 1, 2, 3. 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Разворачиваем наше вязание. В изнаночном ряду вяжем все петли по узору. Вяжу 2 лицевые, вяжу лицевые. Вяжу изнаночные, вяжу изнаночные. Накид. Накид провязываю изнаночной петлей. Накид провязываю изнаночной петлей. Две лицевые, 9 изнаночных. Накид провязываем изнаночной петлей. Накид провязываем изнаночной петлей. 2 лицевые, кромочная, подтягиваем хвостик, разворачиваем вязание. Итак, мы вышли на лицевую сторону. 1 петля кромочная, снимаем непровязанные, 2 изнаночные. Подтянуть хвостик. 3 петли. Третью петлю перебрасываем через 2. Перебросили. 2 петли провязываем лицевыми. 1, 2. Накид. 1 лицевая. 2 лицевая. 3 лицевая. Накид. Придерживайте его пальчиком. 3 петли переснимаем на правую спицу. Первую перебрасываем через 2. Возвращаем эти петли на левую спицу и провязываем их лицевыми петлями. 2 изнаночные. 3 петли. Третью перебрасываем через 2 и провязываем 2 петли лицевыми петлями. Накид. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Накид. 3 петли переводим на правую спицу. Первую перебрасываем через 2. Возвращаем эти петли на левую спицу и провязываем их лицевыми петлями. 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по узору. Вот что мы имеем, провязав изнаночный ряд и выйдя на лицевую сторону. Продолжаем. Узор вяжется очень просто, а выглядит очень эффектно. В этом вся его прелесть. Кромочную снимаем непровязанной, 2 изнаночные, 2 петли. 1 перебрасываем через другую и оставшуюся петлю провязываем
лицевой петлей, накид. Раз лицевая, два лицевая, три лицевая, четыре лицевая, пять лицевая, две петли. Перебрасываем. И вот эту петлю, не забывайте, делаем накид. И вот эту петлю провязываем. Две изнаночные. Две петли. Перебрасываем одну петлю через другую. Оставшуюся провязываем лицевой. Накид. Раз лицевая, два лицевая, три лицевая, четыре лицевая, пять лицевая, накид. Одну петлю перебрасываем, одну петлю перебрасываем через другую. Перебросили. И оставшуюся провязываем лицевой. Две изнаночные. Изнаночный ряд. Провязываем изнаночный ряд, провязываем, возвращаемся на лицевую сторону, провязываем все лицевые петли и провязываем еще один изнаночный ряд. Что ж с этой резкостью, да? Провязали изнаночный ряд, провязали один лицевой, один изнаночный и вышли на лицевую сторону. Вот что мы имеем. Посмотрите, как красиво. Узор вяжется очень просто, а выглядит очень красиво. Следующий ряд начинаем с первого ряда. Ну разве это не красиво? Красиво. Немножечко его распарить. И очень красиво он выглядит вот на таких вот ниточках. Это Alize Angora Gold. Очень ниточка хорошая, очень хорошо держит форму. Это мое личное мнение, это никакая не реклама, никто мне за это не платит, никого не рекламирую, делюсь только сугубо своим опытом, своими ощущениями. Очень люблю эту пряжу, она идеальна в носке, она теплая, она тонкая, она в меру пушистая, она очень хорошо держит узор. Ну вот, мои дорогие, узор мы с вами связали, вы сами убедились, насколько просто он вяжется. Провязали мы с вами всю, весь раппорт высоту, и уже теперь будем начинать. Простите, что с этой резкостью? Ну-ка. Провязали мы весь раппорт высоту, и уже нужно начинать с первого ряда. Вот из этого ряда. Вяжите, мои дорогие. Радуйтесь, творите, одевайтесь тепло и красиво, не мерзните, не болейте. Ну, это же какое-то наказание. Что ж с этой резкостью-то? Ну, покажись. Такую красоту и не показать. Это просто безобразие. Вот. Итак, мои дорогие, наряжайтесь, вяжите, будьте красивыми, будьте здоровыми, берегите себя. Заходите на мой канал, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Жду с вами встреч. Ваша Ирина.